Забралась я здесь на самый верх, на сопочку. Вот просторы Владивостока. Я уже пришла. Вот дом дочки. Все меня ждут уже. А я остановилась перекурить. Да, кстати, всем привет-привет. Уже у дочки переоделась, и Кристина уехала в больницу. У нее сегодня прием у доктора, а я осталась с внуками. Вот она красавица уже рядом со мной. С машинами, с куклами. Как-то так. Да, Софа? А тебе в комнате места мало? Да. Да? А, ну играй, играй. И, конечно же, я шла сюда через магазин быстренько, прям вот быстренько. Купила вот такие вот себе симпатичные перчатки. Вот с такой вот снежинкой. Уже надела вам показать. Такие тепленькие, комфортненькие. Такая снежинка прям мне под шапочку беленькую. Набрала вот таких трусов, да, потому что ранее я такие покупала, они просто шикардос. Уже там подносила и решила взять себе еще несколько штук. Вот беленькие, черненькие, зелененькие. И парочку взяла для дочки. Вот так что вот так вот. Купила вот такой вот огромный шоколад с коньяком, десертный, темный. Это я взяла для мамы. У ней скоро день рождения, это для нее. Потом взяла вот такие парочку коробочек помадки. И меня на работе угощали. Они просто такие классные. Очень-очень-очень вкусные. Ну и просто пакет апельсиновых пряничков к чаю нам. И макару вот всякие разные мармеладки. Вот яблочные, вишневые и клубничные. Ну вот как-то так. Идите в комнату, собирайте игрушки. Такой бардак там устроили. Давайте, сейчас я вас буду кормить через полчаса. Мама сказала дать творожные эти, как их, сырочки. Вот такие вот с изюмом. И со сметанкой, конечно же. Вот так вот выставлю. Сейчас им сделаю полник. У них здесь только творогу. И масло, и сырок. Все как надо. Фруктики. Так, пойду посмотрю, наводят они порядок или нет. В комнате просто бомбежка произошла. Это вот что такое? Вот так вот играют дети. Софочка, ты помогаешь брату? Ну а почему Макар должен один собирать? Давай вместе собирайте все это. Давайте соберем игрушки и пойдем кушать, полдникать. Помогай брату, помогай. Да, все, кидай в ящик. Кидай в ящик, а то пройти некуда. Да не на пол кидай, а вот в коробочку все кидай. Уже он порвали всю коробку. Это что такое? Вот, умничка, давай, собирай. Бросай туда. Вот, занялась кубиком. Помните, я покупала? Ей очень интересно. Она всегда любит что-либо собирать. Вот с этими не расстается. Теперь с этим. Ну, разбирайся. Вот, молодец. Еще там одна. Ну, отпускай. И вот сюда еще одну. Ведь знаешь, что притворяешься. О, молодец. Ну, не... А зачем ты опять разбираешь? Вон сколько. Кстати, очень хорошая игрушка для детей. Такая прям развивающая. Да. А у нас такая любит копошиться. Так, ну что, осталось чуть-чуть дособирать. Пошла я вам делать полдник, чтобы через 5 минут был порядок здесь. Давай, Софочка, помогай Макару.
Ты будешь помогать Макару? Ну, делай, делай. Ты хочешь сделать это, а потом помочь, да? Все, вот такой вот у детей полдник. Сырочек с изюмом, сметанка. И ням-ням, ждешь? Я? Вот тебе сырочек, держи. Держи ложечку. Вот так вот. Ой, как вкусно. Так, и макарки. Держи. Спасибо. Приятного аппетита. Рукава тоже подкатай. Хорошо. Не знаю, я не люблю, когда рукава. Я всегда подкатываю. Мне кажется, они мешают прям вот везде. Давай тебе сметанку размажу по сырочку. Давай. Вот так вот, чтобы он весь был в сметанке. А то ты сейчас одну сметану съешь, я тебя знаю. Вот так вот. Смажем, как тортик, да? Ой, получился тортик. Опа. Держи. Вот так ломай с краю и кушай. Какая прелесть. У тебя получается все? Не балуйся, а то сейчас заберу сырок и сама съем. Пипец, пипец. Аккуратно кушай. И держи тарелочку. По чуть-чуть бери. Ням-ням-ням. Как вкусненько. Не балуйся. Не балуйся за столом. Макар кушает. Что ты ему пальцы крутишь? А так? Сметаны добавить. Съела всю сметану? Ну вот тут вот еще сметана. Тут и там. Да, вот она сметана. Опа. Рот грязный. Что-то ты сегодня грязно кушаешь. Ложечка. Пипец. Пипец, конечно. Научилась. Не балуйся, а то съем твой сырок. Я ж тебе сказала. Дети, которые балуются, у них забирают еду. Там изюм нашла. Ягодки есть. Вот она, ягодка. Ну-ка, бери ягодку, кушай. Изюм, он очень вкусный. Вкусненький? Да. Да. Кушай, Макар. И Макар кушает, да? Ну, Макар кушает аккуратно. Вот, послушненько сидит. Давай, ням-ням. Бага очень много. Не, Бага не хочет пока. Я буду маму ждать. Изюм. Изюм, да. Вот. Угу. Вот ягодка. Вот ягодка еще есть. Угу. Где еще? Давай ягодка? Еще поищем. Где-то ж должен быть. Вот еще ягодка. Что-то мало совсем изюма кладут. Вот. Вот еще есть одна. На, держи. Больше нету, да, что ли? Мало положили, да? Пожадничаем. Да, вот еще изюмчик, да. Надо вам отдельно еще бросать изюм. Маме намыть его, если он у вас есть. Все, ты весь съела изюм. Нету больше. Да, только сырочек остался. По чуть-чуть бери, много не бери в рот. Зачем? Не торопись. Тебе сметанки добавить? Да. Так, сметанки. Да, сейчас добавим еще вам сметанки. Давай ложечку. Так, одной рукой бабе не очень-то удобно. Вот тебе сметанка. Сейчас да. Еще. Им дай. На. Бери сама.
буду пить. Сначала поешь, потом будешь пить. Вкусно. Вкусно, конечно, вкусно. Да, сметанка. Как вас вот не накормить, а? Угу. И макарку шип. Надо чипать. Угу. Да не ругайся, как бабка старая ворчишь. Ты ж девочка. А где еще будет там? Еще сметаны? Да. А попа у тебя как? Не запоет? Нет. Нет? А еще ну, сейчас будет. Еще дам. Дам еще. Да. О, самый лучший контент. Барон. Барон. Привет. Ой, потягушечки, ой, потягушечки. Привет. Я не помешала тебе? Помешала? Спишь? А ночью будешь гулять? А? Чьи такие лапочки? Такие толстые лапочки. А? Дай тебе погляжу. Ой, да, ой, да, ой, да, ой, да, ой, да, ой, да, ой, да. Ой, Цезарь, какой ты хороший. Какой ты хороший, когда добрый. Ну, спи, спи дальше. Спи. Будешь спать? Ну-ка, носик. Дай мне твой носик, носик под локоть, носик. Макар показывает свой рисунок. Посмотрите, какой яркий, насыщенный. Все как любит бабушка. Это закат у нас такой яркий, да. И солнце, и цветы. А это кто? Вот это вот кто? Вот это? Да. Человек шапка уже. А, просто человек. И подписчики. Я сейчас мама скажу. Это тюльпанчик такой красивый. Это цветочек от ветра, он погнулся. От ветра, это правильно. Это тоже погнулся. Угу. Это кусик, это солнце розовое. Ночь у нас у всех розовая. Вечером, когда... да, когда закат. Вот тут у меня все розовое, оранжевое, закат чудесный. Ой, вообще прям. Ты сразу, лапка. Сразу можно сказать состояние души и внутреннего мира ребенка. Значит, у него все... Заипок. Все в жизни хорошо. Да. Все, да? Чики-брики. Чики-брики. Ну, держи свой сумочку. Пока наша мама еще по делам, я решила замесить тесто на блинчики. Прям очень-очень захотелось именно с яблочками. Вот нарезала мелко яблоко. Добавляю в тесто. Всю эту прелесть перемешиваю хорошенечко и буду жарить. Потом вам покажу, какие обалденные блинчики получатся. Массажик. Тук-тук-ту-ту-ту-тук.
Массажный салон. Бабушка массажирует внуков. Джук-джук. Джук-джук. Сисечки прикрой, мадам. Сисечки не надо открывать. Разврат тут устраивать. Чик-чик-чик. Щикотно? А, балдежница. Решили побалдеть перед сном. Пятую точечку помассажируем. Тик-тик-тик. Тик-тик-тик. Да этот массажер вообще бомбический. У меня тоже такой дома. Вообще разгоняет кровушку. Так вообще все горит потом после него. Вот, собираемся на улицу. Все одеваются, собираются на свежий воздух, да? Ну что, получилось одеть штаны? Сейчас бабушка заправит тебе кофточку в штаны. Куда идем? Гулять идем. Софа, куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Бабе дала ручку, брату не дает. Да, погода вообще шепчет. Очень опять глобальное потепление, ни ветерка, температура. Ну вот, блядь, кажется, что плюсовая, да? А и так плюс. И так плюс? Да. Ну-ка, сколько там? Я скажу. Офигеть, вот видите, какие перепады. То ураганный ветер, все отмерзает. Плюс 2, потом О. будет плюс 3. Вот плюс 2, плюс 3. Это что, нормально? Декабрь месяц. Завтра вообще 6 градусов. Завтра 6 и дождь. Боже, природа сошла с ума. Макар, не торопись, жди нас. Дорога впереди. Нет, записки. Он асфальт весь мокрый, потому что очень-очень тепло. Как весной, да. Все, площадочку доделали. Такая вот уютная, красивая площадка. Класс, только песка много. Мамам проблема потом чистить от песка детей. Один пошел, то есть первый пошел, вторая пошла. Где будешь скатываться? Подожди меня, я иду. Молодец. Ну, мама, будешь скатываться? Нет. Ну, давай. Нет. Ну, ё-моё. Ну, скатись. Мама не хочет с вами кататься. Я, конечно, извиняюсь, топаю домой уже от внуков. И вот такое вот грустное зрелище. Собака окочурилась. Даже не сбили ее. Чисто замерзла. Она с ошейничком.
кто-то ищет ее походу, а она здесь валяется. Вообще жесть, просто жесть. Хотя нет морозов, я не знаю, что случилось. Очень-очень-очень жаль. Блин. Зашла в поликлинику, я на сегодня записана к терапевту, чтобы забрать результаты анализов. Прошло уже больше 10 дней. Вот жду приема. Сейчас узнаю, что там с результатами. И буду звонить своему доктору на Русский остров, чтобы она мне назначила инъекцию. Короче, лечение по костям. Все, я добилась. И направление бесплатное, и лечение бесплатное. Короче, как-то так. Но зато прошла 10 кругов ада.